Нет. Нет, нет. Командирам легионов просьба пройти к карте для брифинга. Приведи. Держать строй, бойцы. Сделаем этих жестянок. Так, всем привет. Сегодня начинается вот сюжетный ивент. Здесь вот вы находитесь. Я могу здесь уже враг за рекой. Здесь три моста, которые охраняются также дроидами. Здесь вот их основная база, где же здесь. Здесь второстепенная. В общем, ваша цель — прорвать линию фронтов врага и занять укрепления. Их нет. То есть уничтожить, грубо говоря, силы КНС. Начало будет тогда, когда я скажу, объявится. Все, вы можете уже, ну, по своей территории, вы можете гулять где хотите. Оставлять войска уже и планировать план атаки. Подожди, еще раз. Уже поздно. Спрашивайте. Так, смотрите, что непонятного-то? Нам уже сказали начать вот двинуть там по мосту, получается. Там потом я бегал, карту увидел. Там такая, получается, два моста как раз. А куда он ушел? Типа, блин, я не понял. И три моста. Фан, наш генерал в конце концов уходит. Тихо, тихо, спокойно. Давайте не кричать. Короче, смотри, стоим, ждем нашего генерала-джедая. Просто вот так вот, сейчас скажу. Нам просто надо прорвать линию обороны, скажем так, просто прорываемся, потом идем вперед и занимаем позиции свои. Я понял, я понял. Мы можем там понял. Нет, мне просто больше интересует, как обычно, идем вперед. Нет, мне просто одно непонятно. Для какого региона какая территория? Сейчас все расскажет. А я думаю, он скажет. Нами командует Оби-Ван, нам до этого просто был бриф. Ребята, тихо. Тихо. Тихо, слушай меня. Смотрите, вот этой буквой H поменьше мосты. Почему зам там? Все ясно, я думаю, да? Значит, вот это большие ангары. Какие-то большие здания. Да? Вот здесь вот мы находимся. У тебя лазера помечено. Нет. Вот. Да я знаю, что у меня лазера нету, и не будет его. Значит, вот здесь. Ко мне подходим. Вот. 21.86. Вот такими вот ручками H поменьше на эти. Мосты. Со мной. Я думаю, это понятно. Со мной. Я думаю, это. Короче, ваша задача уничтожить. А что ты вот подробно? Всю острогу и вот эту. Думаю, понятно. То есть, ну, зачистить все. Так скажем. Чисто зачистка? У нас командует всей операцией Оби-Ван. Вот, сразу беру. Извините. Оби-Ван Кеноби, разрешите обратиться. У нас небольшая проблема. Как, наверное, и у большинства солдат. Мы не видим танки. У нас просто летающие пушки. У нас один человек видит всего лишь. Танк нам боится управлять. Я тоже. Он считает. Ну вот. Я вижу. Кто лучше скажете? Я не вижу танк. Вот я лично не вижу. Вот. Замените их, пожалуйста, на какой-нибудь другой. Пожалуйста. Подожди. Мы будем очень признательны, если нам поменяют танк. На такой же большой, но ну что-нибудь полегче. Для того, чтобы я его видел хотя бы. Все, я закончу. Хорошо, тогда есть вопрос по будущему снаряжению. Подождите, снаряжение. Так, начнем с разведки, лейтенант. Почему бы на каждый легион не выдали по определенному комплекту? Типа, допустим, на случай чего на легион один гранатомет, один пулемет. Подожди, товарищ. Снаряжение. Сейчас с планом, потом... Не, я понял, что это для снаряжение, начнем. Как раз хотите охренеть, ладно. Так, Голос, слушай меня. Мы находимся на вот этом нижнем острове, на карте самой. Вы видите указку все? Указку видят? Нет, нет указки. Нет, нет. Нет, вот.
Я долго что. Лиз, тебе плохо? Хорошо, так, тогда Ghost, левый самый мост, ты его видишь? Самый левый мост, который находится вот здесь. Итак, все, все готово, вы можете начинать, как захотите. Слушай, голос, вы двигаетесь сюда, вот этот мост, со своим отделением. То бишь, идете сюда и, ну, смейся, разведываете территорию. Проходите, если на мосту нет противника, проходите дальше и разведывайте сам вот этот весь остров. То есть, этот второй по размерам остров. Так, ты понял задачу? Очень просто, очень банально. Сложного ничего. Выступать? Нет, пока выступать не надо. Я скажу, как выступать. Арк-медики, вы, разумеется, не идете с разведкой. Хотя можете одного послать, но это уже на усмотрение Гоуста, как него спросить. Командует отделением. Ну, остальных сброс... Отделением сейчас командую. Кто командует? Командовал отделением? Я, сейчас у нас пришел командир Сикс. А где он? А, вот Сикс. Он только-только подошел. Сикс, ты в разведку идешь? Да? Ребят, подошел. Нам танки заменят или нет? А то реально мы там стоим, да, ржем. Да, заменят? Заменят, точнее. Вряд ли. И что, мы не пожалуйста, видим, куда мы идем, я момент. Даже не представляю, как он выглядит. Вряд ли будут танки, все. Вот там в чате так, у нас один Сикс, разведчик, он куда-то побрел уже. Можете его телепортировать? Я так и не понял. Сорок пять, 36. Можно его сюда? А то он куда-то ушел уже. Еще что-нибудь началось. Он тут загрузился, не пойми где. Я крутись в строю. 15-22. Так, он... Ладно, Сикс, когда командуешь всем отделением, ты не уходишь. Разведкой командует Ghost, Ghost отправляется по тому же, в принципе, по тому же заданию, то есть вот на этот остров и проверяет. Если там будет много, противника отступает, если мало, то пробивает своим отрядом. А вы можете одного уже на усмотрение Сикса поставить с разведкой, либо никого не шлите. Разбрасывайте своих людей по легиону, чтобы они помогали. Маленький вопрос так, сразу, предварительно. Сколько будет групп вообще? Да. Сколько планируется групп? А, в общей группе? Я не собираю... Каждый регион это группа. Так-то в нас обселили. Регион разбивать на несколько групп. Максимум РСов на две группы, это очень вряд ли. То есть они, скорее всего, будут занимать позиции какие-либо. Хорошо, так, тогда с каждым регионом по медиум. Инженеры. Вы же... Да. Вы легкого танка инженера. Вы же не сможете пилотировать, правильно? Чего говоришь? Пилотировать не сможете, правильно? Секундочку, дай, у меня дискорд. Нас обстреливают. Да? Пилотировать не сможете, правильно понимаю? Ну, почему нет? Латы, да? У тебя есть два чека пилотировать латы. Вот два лата, они наши. У нас здесь есть один человек свободный. Он мастер, может он пилотировать. Да. Он мастер, я могу управлять. Как минимум, да, мастер, ладно. Садись на лад, управляй. Мастер, садись на лад. Да. Оставайся тогда здесь. Стой. Еще задача. Так, все, давайте 212 разберемся. 212, слушайте меня. Воу. Это артиллерия, я так понимаю, работает, так что будем быстрее придумывать план. Так, двигаемся, вы двигаетесь на средний мост, занимаете позиции и держитесь, не прерываетесь. Я дам команду, когда будет надо прорываться, вы именно держитесь. Средний мост, я подозреваю вот этот. Видели? То есть самый средний мост. Медик, у нас раненый из инженеров. Он можете лекнуть, а? Медики, енот, иди с инженером, быстро. Лесно, что идем? Так, надо любой из медиков быстро побежали лечить бойцов. Что не ясно?
Так точно, понял. Рика, так точно. А патроны? Айсман, сколько у вас еще? Оружие на предохранитель. Свободное. Патроны 10. Со стандартным боеприпасом идем. Сколько есть? Да, а, понял. Не могу сказать. Да, еще идет. Что там? На основной прорыв мы будем все-таки делать по всей этой середине, поэтому вы... Хотите, Саня, бабы... Ёпта. Идите на вот тот план. Видите, где... Понял? Еще раз, ладно, левый, правый. Загружай свои... Вот, я стреляю. Так, медики, один медик, 212, назад, развернулись. Поднимайте бойцов, быстрее. Поднимать бойцов. Так, медики, быстро ко мне подошли. Быстро ко мне, не лечить, ко мне, быстро. Полечите. Подожди, полечи. Медики не знают, что им делать. Медики, быстро сюда. Быстро ко мне. Значит, енот, отправляешься за 212-м. Отправляешься с ними. Иди к ним и лечи их. Все. Енот. Ты понял свою задачу, ты идешь с ними. Все, спасибо. Так, остальные идите сюда быстро, медики. Так, 04, ты отправляешься с РС-ками. Разведка и снайперы за мной. Так, 89. Иди прикрепляйся. Иди прикрепляйся. Так, ладно, ты остаешься тоже с РС-ками. Я с 307. Меня. Командир Сикс. Саживаться. Да, я понял. А пока ладно. И куда-нибудь саживаться. Пока готовьтесь к так, садить, я сейчас подбегу к вам. Так, РС, тихо, за... Все, время не пристегнули. 327 вам, ребят, медик куда? Нужен? 327. Ребят, куда ли? Ребят, куда летит? Да ты меня слышишь? Я сказал, тебе под убивал, точнее он тебя позовет. И ты, и он тебе скажет. Я убежал. Десант, сядьте нормально. Айсман, я с вами тогда. Сядь нормально. Бля, конченый, я говорю, сядь нормально, не через Alt E, блин, а через E. Наконец-то. Хорошо, Газ, садись здесь. А вы куда? Первый вот этот вот борт. Да? А, я ребят, не скажете, куда лететь, я тут не в курсе. А, тебя позовут, скажут, ты куда лететь. Ты меня слышишь? Сказали же. Скажи мне. Ты меня слышишь сейчас? Я вас слышу, ребят, скажите, куда лететь. За проезд только передайте, я полечу. Блять, пилот. Пилот, тихо. Я сказал, уже я 40 раз. Оби-Ван скажет, куда лететь. Так, вы пока не летите, вот. То есть можешь идти пока и подождать. Все понятно, что... Не, не актуально лететь, у них есть ПВО, пока разведка не скажет. Десант, десант сидим. Оби-Ван. Я уже ладно, спасибо. Да, я раскачал. Ребят, я раскачал это. Я раскачал этот шаттл. А что с ним? Ну что, боевое крещение. Ого. Главное, чтобы сюда не прилетел снаряд. Наебал. Шататься, пиздец. Все. Артиллерия же поутихла. Нет, скорее пинг подлетел, да. Пошло вам. Вы после высадки занимаете круговой оборот лата. Если нас высаживают рядом дроиды, вы ведете огонь, если они вас заметили и начали стрелять. Вот, сразу стреляйте,
пытаетесь найти. Потом я смотрю чат, он на РПГ. Блять, не поржать. Ребята, ребята. Выйдите в лати, ясно? Вот, после того... Блять. Не перебивай, я тебя прошу. Вот, после того, как высадились, ищите укрытие, я буду передавать приказы через сад. Я буду писать, потому что будет очень сильно лагать. Вот, следите за чатом. Так точно. Так. Ребят, пожелание от вашего личного так медика. Так точно. Если вас подбили, то, пожалуйста, отходите назад и стойте, замрите на месте. Некоторые этого, я уверен, не знают. То есть вы отходите ко мне и замираете. Потому что в бегу я вас лечить не могу. Кто от меня будет убегать, на того я плюну и найду другого пациента. Потом такой момент. Если вы видите, боже, что более красный боец к вам, ко мне подошел, подождите, пока я чуть-чуть ему здоровье подниму, чтобы он не отлетел от первого же выстрела. Вообще, тут дроиды ваншот, так что... Ну, знаешь, смотря с какого расстояния, просто в упор к ним подходить не надо. Раз на то пошло, я их тоже ваншотаю. Тут какой-то план. Помните, патронов мало. Вот. Патронов не очень, поэтому, ребята, аккуратненько стреляем. Мы как 41-м там. На 55. С другой стороны зайди. Что за обращение, товарищ? Тут же это не советская армия все-таки. Генерал, замерз. Скажи, так все нормально. Просто лад с пригорка, а тогда да, еще вперед. Тише, погодите, ла. Около нас люди. Так. Отойди, боец. Не допрыгивать, а просто дойти к сиденью и сесть. Боец, на дым. Вот, можешь парковать лад на главную поверхность? Понятно, сейчас бы, блядь, проездной. Наш пилот нет. Прыгаешь, ты типа прыгай и приседай сразу, чтобы сюда забраться. Прыгай и приседай. Вот жми. Приседай, вперед жми. Во-во-во. И давай. Там сади. Ты есть, теперь нету. Еще, а? Просто я нажал. Мой. Иди просто там не альт и ай. Ай. О, господи. Говорю, сядь, заебанное сиденье. Сядь, блядь. По яйцам. Так, бойцы. Слава, стоит без вас, чтобы когда я вышел, мог команды и застрял в тикет вертолет. Освободите меня, пожалуйста, кто-то место с этой стороны. И сядьте, вон там еще место есть. Айриш, Айриш, погоди. Стой, 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 стой. Медик. Какой-то черный. Да не, Владик. Просто на секунду. Эйсмен. Эйсмен. Это сда 7-го. Да. Что заключается ваша задача? Нас десантируют. Как часто ваша задача? Которая прикажет. Нас десантируют. Хорошо. Айриш, сюда. Лечись. Лечись.
Где? За мной. Здесь, мам, я прибыл. Высаживайтесь, ладно, поднимайте воздух не возможно, а приход к нам нужна срочно. Что? Мы пешком бежим? Да, нельзя высадить. Да, следи, куда полетел? Блять, вау. Куда? Лад, полетел. Как уходим, занимаем круг. Патроны особо не тратить. Экономите. Ладно, Дим. Чуй, а, ребят. Блять. Влади тоже самое, что у нас. Все. Все нормально. 328, все на выход. Ты ко мне. Капитан, когда медик? Так, бойцы. Кто выбрался сюда? Предупредил теперь, бандит, заместитель, командир. Так что, после ивента. Седьмой на выход. Чуть только не задави ради. Все ко мне. Мне нужна помощь, у меня ранение. Спасибо, брат. У меня тоже ранее. Блин. Обе. Вытащи, пожалуйста. Спасибо. Ты тише! Ты вот, ну ё-мо, алё, потому... Люди, уходите под... Под латом, сейчас задавит вас. Медик похит. Сумасшедший. Скажите мне, блядь, номер пилота. Все, 327-й, уходим отсюда нафиг, пока не задали, блядь. Агамир. Так, все, давайте. Спасибо. За мной, быстро. Иди. 327-й, за мной, блядь. Занять мост, бегом, за... У нас раненый. Скорее убитый. Бомба! На, скрываться. 320. Ой.
немного непонятно вообще, что происходит местами. Тем более какой-то спаун кривой. Сколько там, что там с пингом? Ну, упал на 200, нормально. Как вырубить музыку и тому подобное? Ну, блин, я не могу на это просто по-другому реагировать. Кретины. На спауне написано. Как они вообще могли проходить обучение? Там написано, как управлять музыкой, что делать. Вообще, я не понимаю. Я не понимаю таких людей, вот правда. Так, это у нас снайп. 327. Если я не ошибаюсь. Стой, снайпер, за мной. Выступаем. Так, наконец я догнал 327-х. Да, я сейчас очень не завидую пилотам Лаатов. Народ пишет, по идее, да, должен быть сюжетный. Кого-то убило пропом. Интересно, как здесь случилось. Так, это же там мои или нет? Да. 96-й. Притормози. Девяносто шестой. Он меня не слышит. Дальность. Я не знаю, что такое. Все, замри. Вроде бы все. Ладно, начинайте погрузку, солдат. Летаем отсюда. Что? Уже? А что вообще было? Ну, так, очень странно. Восемьдесят девять. Встань на ноги хотя бы. Так, ну этот лад сейчас будет полный, если не знаю, что я влезу, я пойду туда, там вроде два должны быть цепляться. Он просто шел и умер. Странно, что у меня была аптечка в итоге в руках. Вообще не знаю, что это происходит. Все, пока. Помним. За нами обязательно прошлю. Так, хорошо. Он один погрузился, этот идет в посадку. Пусть проверит, если воняет, только же. Таня, пожалуйста, я застрял. Я выкручусь, я не в первый раз, я выкручусь.
Разлёгся тут. Ну и как? Ты хотел что-то... Пуска закончится через 10 секунд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Только дверь 2, не закрывай, а то располовинят. Взлетай. Ау. Ау. Все, всем... Нормально. Прокатит. Я уже взлетел. Держи меня крепче. Боец. Может, ты драйв, полет еще лучше. Все это время легче было пешком пройти. О. Открой пока дверцы, хоть дай посмотрим, что внизу творится. Вот, народ бегает. О, да уж, ивент, конечно, не особо, честно говоря. Мы дома! Где я? Где я? Ужинок. Убавишь так музыку. Понял? Где еще раз? Понимаешь, это был симулятор стрельбы по конам из издалека. Так, медики, один шаг назад. Я теперь стою с вами в колонне. Давайте, давайте, давайте. Лагает, потому что очень сильно, поэтому невозможно играть. 327, стойте здесь, пойду на этот рынок. Леон, ты сразу шаг назад сделай. Задание было успешно выполнено силами республики, и мы можем отправляться домой. Возьми фотоаппарат, потом винтовку, потом... Ну, может, придет. Народ, постройтесь нормально. Ко мне поближе, подвиньтесь. Ну же, ну же, давайте, ребят, что вы замерли? Нет, нет. Ребят, что это за строй? У тебя в руках анимация оружия, но оружия нет. Смени на что-нибудь и верни обратно. 25, 0, у меня 7, ставим 76, 73. Так кто ж? Не, останьте нормально. Сейчас 73. Похоже, лад навернулся. Лад, что ли, взорвался? Да, 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 судя по всему. А, но вот так вот все очень странно было, лагающе. Сейчас, я думаю, есть смысл дождаться какого-то собрания. Хотя, честно говоря, сомневаюсь, что оно будет. Думаю, что, скорее всего, запись этого стрима, возможно, даже не буду размещать. Хотя сейчас посмотрим, что да как. Thank you.
Ну вот, вроде бы прогрузились на камина. Воу. Так, это совсем не то, что я копировал, между прочим. Так, секунду. Так, я смотрю в группу сервера ВКонтакте, какие-то записи полетели, судя по всему. Сейчас необходимо будет глянуть, что да как. Так, мы сейчас, если не ошибаюсь, на втором этаже. Нужно спуститься на первый и оттуда уже в зал собраний. Да, наверное, надо было там спускаться, честно. Значит, с этим. Ой, тут же не на третий попал. Что за бред? Я не знаю, за что голосовать, честно. Главный путь сейчас, мягко говоря, нормальный, но почему-то все равно фризит. Ну, заходил бы сразу. Сейчас я стрим просто оставлю, чтобы было понятно вообще, что там происходит. Так, первый Айсмен, командир 322, я прибежал вторым, и он народ подтягивает. Слышно, как топает большое количество ног везде. Эх, да топали бы они сюда. А, хотя нет, первый, наверное, Оби-Ван был. Да ладно. Что за стрельба? Что там вообще происходит? Не скажешь? Сейчас, что? Потная катка. Лагала. Везде пот. Просто... Интересно, это откуда их слышно? Непонятно совершенно. Леон, вставай по центральному заборчику пока. Равняйся на него.
Так, баничка первый, кто получает бан. Были право от тебя, пойдем. Начало. Подравняйтесь, что ты отошел назад. Зала собрания, никакого собрания не будет, можно двигать в казарму. Думаешь, не будет? Так, бойцы в вольном порядке. Да, думаю, не будет. Бойцы в вольном порядке в казарму. Ладно, минут, двигай тогда. Ну, Оби-Ван же сказал, что в зал собрания надо идти, погодите. А, да. Он пойдет. Потом позовут как. Я просто да позовут. Сообщение. Не, он это в казармах бегал, говорит такой. Вот, вот он, кстати. Оби-Ван, собрание будет же? Может и будет, может не будет. Что? Собрание будет сейчас? Или всем по казарму? А, сейчас еще 5 минут. Пока идите в казарму, как будет собрание, объявим. Хорошо.